Махачкале продолжается ремонт уличной дорожной сети. Сейчас большая активная работа ведется в промзоне на улицах Крылова и Соловьева. Там капитально ремонтируют не только проезжую часть, но и реконструируют тротуары. По данным Мобгород, полностью работы на этом участке будут завершены в третьей декаде августа. Разгар лета, разгар дорожно-ремонтных работ. Так, в числе отремонтированных уже более 20 названий, среди которых Хасанова, Серова, Вознесенская, Панфилова, Гагарина, Успенская, Кирова, а также крупные городские магистрали – Ленинский проспект, Карла Маркса, Красноармейская. К тому же продолжились масштабные работы по строительству и реконструкции улично-дорожной сети. Полностью завершены работы по расширению Ленинского проспекта в створе нового моста, продолжается строительство бульвара 70-летия Победы. Среди улиц, где ямочному ремонту предпочли капитальный – Соловьева. Горожане, проживающие в этом районе, вспоминают, последний капитальный ремонт этой дороги проводился еще в прошлом столетии. Конечно, за это время дорожное покрытие в связи с большегрузами здесь ежедневно передвигающимися пришло в негодность. Да и пути объезда здесь не предусмотрено. Работы будут полностью завершены к третьей декаде августа. Протяженность этих улиц ремонта 1 километр. Стоимость контракта 27,5 миллионов. Здесь не только ремонтироваться будет проезжая часть, но и тротуары. Вновь 450 метров и 3600 ремонтируются тротуары. Порядка где-то 120 тонн асфальта уложено и щебня для выравнивающего слоя уложено тоже тонн 200. В Мобгород сообщают, что по этой же технологии были отремонтированы улицы Строителей и Карла Липнихта на участке от Ленинского проспекта до Мира в прошлом году. Строители заверяют, такое дорожное покрытие не будет нуждаться даже в ямочном ремонте не менее чем 5 лет. И одна смена сезона в годы это уже доказала. Мы сейчас посмотрели участок дороги. Качество исполнения очень высокое. Я думаю, что дорога послушает долго горожанам, несмотря на наши и пробки, и нагрузки на ось. Мы еще километр продолжим эту дорогу, сделаем тротуары по обе стороны от дороги. Потому что сейчас мы идем по принципу не только дорожное полотно ремонтировать, но и тротуары для пешеходов. Окончание контракта в течение августа будет. Я думаю, что до 1 сентября мы эту дорогу увидим, а может даже раньше, потому что строители работают и день, и ночь. В Йошкар-Оле на дорожное строительство и ремонт улично-дорожной сети выделено 316 миллионов рублей. Это немногим меньше, чем в прошлом году, но все проблемные участки будут приведены в соответствующие нормам состояния. Так, по данным Управления городского хозяйства, в самое ближайшее время ремонтные работы затронут улицы Машиностроителей, Водопроводную и Дружбы, а также Льва Толстого, Прохорова и Баумана.